Привет, девчоночки! У нас уже вечер. Я в домашнем виде, жду Рената. Сегодня друзья к нам придут с детишками, со своими. Они старше, конечно, Ариночки. Будут играться, в общем, все. Хотела спасибо сказать за такое бурное обсуждение в плане последнего моего влога, крайнего, про прививки, про врачей. Послушала все мнения, старалась как по возможности всем ответить. Да. Услышала... Ну, много да, чё ж, мнений, кто за, кто против. В общем, спасибо большое, много для себя уяснила, грубо говоря, но пока не знаю, ждем, в общем, результатов анализа. Ну точно, отлично. Арина, у нас уже 8 вечера. У меня завтра такая новость. Я иду, у меня мама ходит, грубо говоря, театр занимается, современный театр. В общем, завтра идем на выступление ее группы. Она в этот раз не выступает. Называется «Плейбэк». Это очень такие интересные импровизации, постановки. То есть люди играют то, что говорят зрители. Зрители какую-то историю придумывают, а актеры играют сразу на месте, импровизируют. Вот хочу завтра с мамой, точнее не хочу, а пойду к 8. Ренат будет с Аринкой. А мы с мамулькой с моим пойдем просвещаться, так сказать, да? Да. Да, ты с папой играть будешь? Да, мячик. Мячик? Хорошо. Мячики. Да, хорошо. А еще... Уй, бабах! А еще мы будем ходить в бассейн теперь. Фу-фу-фу. Справки уже сделали. Осталось сходить уже. Ой! Неудобно, в общем, мне говорить, девчонки, будем сейчас причесываться, ждать друзей. Ну, дочь. Не-не, нельзя маркером, слышишь? Ну, смотри, ей тогда не давай, тогда чтобы она не испачкала. Не давай, то она сейчас... А, чем? Маленькие девочки большие. Так всегда, по-моему, было, что потом парни догоняют, растут. Вчера здорово посидели с ребятами, прям целый детский сад был. Хотела вам рассказать, очень всегда покупаю себе в Литуале вот такие... Восстанавливающая маска вокруг кожи глаз. Очень мне нравится структура. Действительно, прям мне так напитывает кожу вот здесь, вокруг глазок. И такая гелеобразная форма, когда накладываешь, прилепляешь, прям гельчик такой охлаждающий. Очень-очень мне нравится. Если кто пробовал тоже такие, скажите свое мнение. Я прям в восторге. Ну, пишет, что устраняет темные круги. Конечно, темные круги это не устраняет. А вот мешки под глазами действительно вот прям, ну, здорово. Нормализует микроциркуляцию крови. В общем, мне они очень нравятся. Мне от них прям вот сразу какая-то такая свежесть, что ли. Себя не буду показывать. В общем, показываю на секундочку. Вот так вот это все чудо выглядит. Где мы сейчас? Пап, скажи привет девочкам. Ой, папа, девчонки, привет! Катает, катает. Ой, руки прям замерзают без перчаток. Мой аутфит в театр. Брючки. Мои. И стакан в тарелку кладешь. Ботильончики. Басконь. Брючки 3/4, правда, они с ботильонами как-то, может, их подвернуть, пока не знаю. Блузочка, браслет и, собственно, я опять не фокусируется. Глазки я не успела накрасить, только ресницы и карандашиком подвела, потому что опаздываю. В общем, если там можно снимать, поснимаю вам там. Я в своей шубке. Кладчиком, корсаком и свои перчаточки. Смотри. Ты говоришь, что, дорогие актеры, вы сыграете эту историю. Но сами актеры не знают, что им предстоит сыграть. И я рад приветствовать вас здесь, дорогой человек играющий. Для вас сегодня играет Олег. Наталья, Маша, Илья,
сегодня мое? Абсолютно что-то не классическое. Вообще. Идите сюда. Идите. Новое. Совсем новое. Я же говорил, не классическое. Девочка, привет. Молодец. Девчоночки, привет. У нас уже вечер. Ну как вечер, 5 часов, но, как видите, темнеет быстро. Вот сейчас буду есть макарошки, делала вчера с морковкой, с обжаркой, с лучком, котлетки куриные. И вот такой мне очень с Ренатом нравится в последнее время, вот этот соус Рика, Цезарь. Вот, хотела немножко рассказать про театр. В общем, это просто нечто, я первый раз была на таких постановках, они играют в разных местах, актеры. Это полная импровизация, то есть люди приходят, это некий такой как сеанс с психологом. Ты, например, рассказываешь какую-то ситуацию, которая тебя в данный момент тревожит, или вспоминаешь из прошлого ситуацию, или что-то будущее. В общем, рассказываешь свои эмоции, а актеры, их 4 человека было, выступают, не сговорившись в разных... манерах, обыгрывают твою эту ситуацию, и ты ее заново переживаешь, видишь со стороны, и это просто потрясающе. Я обязательно еще пойду. Визиточку потом вам покажу. Может, кому интересно, зайдете на сайт, посмотрите, что это такое. Я лично просто в восторге осталась, честное слово. Это, насколько я люблю театр, и была на всевозможных и классических, и современных постановках, но вот для меня вот это что-то очень новое. Хотела показать визитку вот этого театра, или как сказать. Так, сейчас сфокусируется, секундочку. Вот. Наталья Куроптева, художественный руководитель театра. Вот. Мы играем в ваши истории. Сейчас сама зайду на их сайт, очень интересно. Человек, играющий плейбэк театр. Очень здорово, очень. Советую всем, вот еще раз. Это никакая не реклама, мне просто действительно, я в восторге. У меня мама там очень давно ходит, на их постановке позвала, и я обязательно еще раз пойду. Привет, девчоночки, у нас уже 7 вечера почти. Мы вот одеваемся на улицу, у нас наконец-то пошел снег за окном, темнотища уже, минус 10. Арина только у меня сегодня как одеваться не хочет. Почему? А почему? Папа-то пойдем встречать? Нет. Нет? Ну, чуть-чуть вам хочу поснимать, но у меня все отсвечивает. В общем, у нас пошел снег. Сейчас на улице сниму еще. Я одела свой уже комбез такой в пол, как его сказать-то, зимний. Теплый. Я в нем всегда зимой с Ариной гуляю. Я его давно заказывала по интернету. Качество неплохое, но все-таки, мне кажется, это не натуральная шерсть, а акрил. А, честно говоря, я уже не помню. Ну, думаю. Но он теплый, мне это устраивает. Какую? Трусики надо уфиду. Мы уже все полностью в зимнем обмундировании. Я тоже. У нас прям... Дворники вовсю метут лопатами. Смотрите. Снежок! И ты тоже лопаты копаешь, да? Все, руки мерзнут. Руккола, авокадо, красный перчик и помидор. Оливковое масло. Хотела вам еще показать творожный кекс вот этой фирмы. Мне очень нравится «Хлебный дом». Всегда покупаю утром с чаем. Просто превосходно, особенно когда он прям мягенький. Кто еще любит, напишите мне. Вот. Еще Ренат взял Буэна. Вот такую новую шоколадку от Альпенгольд. Макс Фан, кто пробовал, расскажите. Карамель, мармелад, печенье. Что там только не напихано. Так что вот так. Ну,
буду закручивать. А, чаёк ещё хотела. Вот такой. Что-то я подсела на такие чаи. Только это чёрные, не зелёные на этот раз. С ягодами. Зоя, зачем ты это всё отодвигаешь? Так, всё, пойду бельё развешу. У меня постиралось. Надеюсь, вам понравилось. Всех целую. До новых встреч. Пока-пока.